Hello hello we're going to do quick test number 6 intermediate plus english file false addition let's kick it off grammar tick a b or c to complete the sentences for example you needn't you mustn't you don't have to touch anything electrical with wet hands то есть тебе нельзя касаться ни к чему электрическому со своими влажными руками wet hands Wet hands, the mokrye ruki. Wet, as in, etta Wet hands, wet legs, etc. So, if it's forbidden, если это запрещено, нужно использовать mustn't. You mustn't do it. You mustn't park your car here. Например, здесь нельзя парковать машину. Number one, there isn't much glue left. Glue etta klej. И здесь говорят о том, что much isn't much. Немного клея осталось. Осталось немного клея. There isn't much glue left. Осталось немного клея, то есть есть немного клея. Или, лучше же сказать, осталось немного клея. Ну, вот в английском языке there isn't, это uh, конструкция, оборот, который используется тогда, когда мы говорим о наличии чего-то где-то, что-то где-то есть, имеется, существует, находится и так далее. So there isn't much traffic outside. For example, нет много движения, движение не стеснено. На улице, да, there isn't much traffic outside, there isn't much glue left. Uh, то есть, если немного осталось клея, что? We should buy some more, we mustn't buy some more, we ought buy some more. Смотрите, ought и should – это равноценные глаголы, модальные глаголы. Но какое отличие? Когда вы говорите ought, ought означает следует, следует. Следует. И should означает следует. Но, когда вы используете should, нельзя использовать после should to. You should do it. We should do it. We should buy some more. Нам следует купить еще немного. Buy some more. some more. So there isn't much good left. We should buy some more. То есть to нельзя использовать после should. Но ought используется с to. We ought to buy some more. Если бы было to здесь после ought, я бы мог спокойно использовать ought. Нам следует купить немножко. Mustn't здесь нет отрицания здесь нет отрицания. Number two, could I have some more water, please? Am I able have some more water, please? Can I to have some more water, please? Uh, когда я вежливо прошу что-то, это мой такой request. Request запишите это слово, если вы не знаете. Request означает просьба. Request, request означает просьба. Если вы просите вежливо кого-то о чем-то, то можно использовать could. Можно мне. То есть could I have. Можно мне. Could I have some more water, please? Можно мне еще воды, пожалуйста? Could I have some more water, please? Am I able? Able это быть... Мочь, мочь что-то сделать. То есть я могу любить. I am. Able to love. I able to love. То есть у меня есть такая способность I am able to love. Я имею возможность. Я имею способность I am able to love. Или же можно сказать Я могу водить машину. Вы можете сказать I can drive I can drive, либо же можно сказать I am able I'm able to drive. I'm able to drive. В чём разница? Разница в том, что can это модальный глагол, после которого не используется to. А able использует в своей конструкции, в своей форме am is are глагол быть. I am, you are, he is, she is able и после able мы используем to. I'm able to drive, I'm able to love, etc. Am I able to have some more water? Yes, you are able to have some more water, but it doesn't make any sense here. So, could I have some more water, please? Can I too have? Yet, could I have? После can здесь нужно это ставить. Number three, our old sofa is still very comfortable. Наш старый диван is still, а все еще, все еще very comfortable, все еще очень комфортный. Our old sofa is still very comfortable. все еще, все еще очень комфортный. We get a new one. Мы get получать доставать становиться ставать опять, опять глагол get a new one. Новый one имеется в виду диван, sofa. Да? То есть если у нас комфортный старый диван, зачем нам новый, да? We mustn't mustn't get a new one. Mustn't мы используем когда у нас э, запрет ты не должен, ты не должен здесь парковать машину. You mustn't park your car here. Здесь не подходит. Но если нет необходимости, вот у нас нормальный диван еще, он комфортный, то нужно использовать we needn't, we needn't get a new one. We oughtn't, oughtn't, ought not. Здесь ту нужно ставить, это какая-то странная конструкция. Oughtn't, oughtn't, oughtn't. И нет To. Нужно ту ставить. We needn't. После needn't нельзя ставить ту, поэтому we needn't get a new one. Нет надобности покупать новый диван. okay, number four. I'm not free now. Я сейчас не свободен. But I might can be able should to meet you later. У нас палевная подсказка здесь to. Обратите внимание на to. Сейчас я не свободен, то есть я сейчас занят. I'm not free now. Но, возможно, я, может быть, To meet you later. Встречу тебя позже. После should не используется to. Should мы вычеркиваем. Дальше. I might can to meet. После can to тоже не используется. Мы вычеркиваем. I might be able to. И вот здесь я говорю о том, что я смогу. В принципе, есть такая возможность, что я буду иметь возможность встретить тебя позже. I might be able to meet you later. Number five. Astrid swim well when she was just five years old. Здесь мы говорим о прошлом времени. То есть Астрид плавать хорошо, well это как? Хорошо, well отвечает на вопрос как? Хорошо. Не путаем с глаголом good и с прилагательным. Точнее, good, good это какой? Хороший. Good это какой? Какой? Хороший. A good car, хорошая машина. А делать как? Хорошо. Как будет well? Какой это? Good, a good day, хороший день, но speak English не good, а нужно сказать speak English как. Well, хорошо. То есть она могла плавать хорошо when she was just five years old. Когда ей было всего лишь, just здесь переводится как всего лишь, всего лишь пять год. So a street must swim. Это должна плавать. Can swim. Это может плавать сейчас. Но у меня же второе, вторая часть предложения говорит о том, что она могла плавать, когда она была маленькая, когда ей было всего лишь 5 лет. Поэтому я здесь использую could. A street could swim well when she was just five years old. Number six. I'd like to... Я бы хотел... I'd like to... so better шить лучше so это сшить then i'd make my own clothes i'd make i'd это означает сокращённо от слова would i would make i would make я бы делал my own свой собственную, свою собственную одежду clothes это всегда у них множественное число then i would make my own clothes апостроф «ти» не всегда. Это будет «would», но здесь в этой конструкции это «would» означает. Иногда «I'd» означает «I had». I had. Но здесь «I had» вообще не подходит. «I'd like to be able to». Я бы хотел иметь возможность «to be able to», потому что «to» uh, being able, I, I'd like to be, in, не используется, to после, после to не ставится глагол с окончанием ing, I'd like to I'd like being able, можно так сказать. Но здесь потом после able нужно использовать to, потому что конструкция be able to do something. Вот полностью звучит be able to do something. I'd like to can, нет. I'd like to do something, не can. Либо я могу сказать I can, ну, нельзя так сказать, я могу шить лучше. I can sew so better. I can sew so better. I can say like this, I can so better, я могу жить лучше, но я бы хотел мочь. I'd like to, и здесь can никак нельзя использовать. To can, нет. Can, когда я говорю это как бы в будущем, да, я бы в будущем хотел. I'd like to be able to. Can имеет прошедшую форму could, и настоящую форму can, и все, будущей формы нет. Поэтому мы используем. Uh, в связке с кеном, ну, не, не в связке, а как аналог кену, используем be able to, иметь возможность что-то сделать. So, I'd like to be able to sew better than I would make my own clothes. Окей, okay, так, продолжаем дальше. Микел, Мишел, I don't know how to pronounce it correctly, by the way. Мишел hates not to drive, he'd love to have a car. То есть, Мишель hates, Мишель не любит ту ситуацию, в которой он не может ездить, то есть, ездить за рулем машины, да, то есть, он сейчас не может ездить, и ему эта ситуация не нравится, то есть, Мишель hates not, вот в таких случаях hates not, после hate, love, like мы используем какое то с окончанием ing, Мишель hates not being able to drive, not being able to drive, uh, not be able, be able не подходит, потому что being able, not being able. Hates not, not. Если, если используется, например, hates, э, то лучше использовать глагол с окончанием ing. С натяжкой можно сказать Мишель hates not to be able. To be able. Но у нас в первом варианте нет to. Поэтому я не могу первый вариант использовать. Мишель hates not to be able. to drive. Но тут нет здесь, поэтому я не использую первый вариант, я буду использовать вариант C. Michel hates not being able to drive. He'd love to have a car, он бы хотел иметь машину. Number 8. Our friends can't visit us last weekend as we were still decorating. Наши друзья, our friends couldn't visit us last weekend as we were still decorating. Или же our friends weren't able если быстренько забегая наперед, скажу weren't able to, должно быть to, be able to, be able to, weren't able to. Здесь to нет, все, вычеркиваем, это не подходит нам. Visit us last weekend as we were still decorating. То есть наши друзья не смогли навестить нас last weekend на прошлых выходных, last weekend – это и прошлые выходные, и на, и на прошлых выходных, last weekend, так как as we were still decorating, так как мы на прошлых выходных были заняты, мы еще там делали декор, uh, да, decor, uh, decorate, украшали комнату, например, да, we were still decorating, so our friends, так как uh, мы говорим о oh, last weekend, прошлых выходных, это прошедшее время, поэтому я не могу использовать can't, сейчас не могут нас навестить, я использую couldn't, не могли нас навестить. Number nine. I shouldn't ring for a taxi. Lola, Lola took me to the airport. Ну, обращайте внимание, что у вас, если есть прошедшее время, то ä, вот второе предложение, и во втором предложении, например, прошедшее время, то нужно это учитывать, всегда учитывать. I shouldn't I shouldn't ring for a taxi. I shouldn't ring for a taxi. I shouldn't. I shouldn't do it. Мне не следует этого делать. Shouldn't использоваться в настоящем времени, например, если вы говорите, что даете совет кому-то, например. You shouldn't. You shouldn't go out when you feel bad, when you are ill. Тебе не следует выходить на улицу, когда тебе плохо. You shouldn't go out when you feel ill. Uh, you shouldn't ring for a taxi. Тебе не следует звонить в такси. Но здесь мы же говорим о прошлом. Lola took me to the airport. Lola отвезла меня в аэропорт. So I didn't have to ring for a taxi. Это прошедшее время. Мне не нужно было звонить в такси. Lola меня забрала. И I mustn't. Mustn't это не прошедшее, это настоящее время. Поэтому... А здесь мы выбираем только вариант D и mustn't это как как будто запрет. Mustn't запомните, пожалуйста, что это всегда какой-то запрет. То есть you mustn't drink cold water. Ты не должен пить холод... пить холодную воду. Запрет. Okay. Number 10. You oughtn't, mustn't, couldn't put pictures on walls with sellotape. Sellotape это скотч. Можете записать. Sellotape это скотч. The paint will come off. Paint, краска will come off, отойдет. Come off, отходить. То есть от, 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 отслоиться, как бы come off. You, uh, <coughs> здесь смотрим, что здесь нет никакого времени, в принципе. То есть ты, человек говорит, в принципе, что ну, тебе не следует uh, приделывать, приделывать картины uh, на стену с помощью скотча, потому что краска отслоится. Это, в принципе, он говорит. You oughtn't. You oughtn't. Oughtn't здесь не подходит, потому что ought not to. Должно быть to после ought. You ought to do something. А вот после глагола must, после глагола can, to не используется. To не используется. После каких модальных глаголов? После can мы не используем to. После must мы не используем to. После should мы не используем to. Should следует. После might, возможно, she might be busy, она может быть занята, might, возможно, to не используется, may не используется, после этих глаголов не используется, to will тоже не используем, to после этого глагола, после would мы to не используем, но to мы используем после глагола be able to, be able to, ought to, здесь to у нас нет, поэтому ought, oughtn't не подходит. Смотрим на вариант B. You mustn't put pictures on the wall. Uh, with cell tape you couldn't 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 это, ты не мог. это прошедшее время я могу сейчас i can я не могу сейчас. i can't i can't talk to you now i'm having a lesson я не могу сейчас с тобой говорить у меня урок. but here we're talking about the past so past is wrong here you mustn't this как бы mm, запрет you mustn't put pictures on walls with cell tape so we choose option b number 11 you really couldn't fix the hole in the roof. I think it's going to rain soon. You really mustn't fix the hole in the roof. Uh, I think it's going to rain soon. And you really ought to fix the hole in the roof. I think it's going to rain soon. So you always pay attention to the second sentence and try to understand whether this is past simple or present simple. Maybe it's future. I mean, is it present, past, or future? I think it's going to rain soon. So it means now. So this is present. You are talking about present. Здесь вы говорите о чем-то, о действии, которое происходит прямо сейчас. I think it's going to rain soon. То есть мне кажется, скоро будет дождь. Да? И что нужно сделать? You really, тебе реально couldn't, mustn't, ought to fix the hole. Hole — это дыра. In the roof в крыше. То есть тебе реально нужно пофиксить, поремонтировать дыру в крыше. Заделать потому что мне кажется, I think скоро будет дождь. Человек очень сильно уверен, когда используется going to касательно будущего времени. Это означает, что есть все основания говорить о том, что так и произойдет. Поэтому здесь будет от и You вот Ought. Вот уже с от поставили здесь to. Как и должно быть. You ought to fix the hole in the roof. Number twelve. There was a big traffic jam. Was. Это прошедшее время была большая пробка. But I. Но no, все же I managed to get to the airport in time. Could get. Was able. Was able. должно быть ту, но здесь ту нет, поэтому мы не можем использовать. Но все же мне удалось вовремя, in time означает вовремя, можно еще сказать on time и in time, есть небольшая разница. Uh, get to the airport, попасть в аэропорт. There was a big traffic jam, but I managed to. I managed to. То есть, когда вы пытались вот, вот вещи оказывали сопротивление но несмотря на вот это сопротивление вам удалось вот когда вот это вы передаете э, в своем предложении то используйте manage to или I was able to manage to мне удалось manage это удаваться получаться I managed to get to the airport in time uh, number 13 you don't need to buy more drawing pins we've got plenty already. так drawing pins вот эта картинка я вам показываю на картинке что такое drawing pins вот это называется drawing pins drawing pins drawing pins they are pins for drawing drawing pins so uh, we've got plenty already у нас уже достаточно то есть не, не нужно этих шпилек покупать то есть нет необходимости ты можешь купить но нет необходимости когда мы говорим о, о отсутствии необходимости что-то делать это будет всегда «You don't have to» или «You don't need to». «You don't need to buy more drawing pins». «You should buy». «You should buy». Если мы скажем «You should buy», это наоборот. Тебе следует купить больше этих скрепок, или как они правильно называются, потому что у нас уже достаточно. Это нелогически, нелогично здесь. «You shouldn't buy», мы бы сказали. Или «You don't need to buy». You must buy. Ты должен купить. Нет, ничего ты не должен купить. You don't need to buy more joint pins. We've got plenty already. Это простое предложение, в принципе. Number fourteen. Finish the DIY course. DIY – это do it yourself. Сделай сам. То есть uh, научиться самому делать разные штучки, дрючки. Finish the DIY course and you will, сокращенно будет you'll, add a new skill to your CV. CV – это резюме резюме. То есть если ты закончишь этот курс, то ты сможешь к себе в резюме дописать еще один новый скилл. Прекрасно. И у тебя будет прекрасное резюме, то есть что ты умеешь что-то сам своими руками делать. Хорошо. Finish the DIY course and you'll be able... You will be, потому что после will мы то не используем, потому, да, you will be able, а после able нужно тупо поставить. You be able to, ее а мы не, губ, не теряем, потому что здесь би есть, а ту нет. Вот здесь ту нету, поэтому здесь не подходит. Здесь би потерялась в варианте си, поэтому это не подходит. Be able to, you'll be able to. Видите, be able to имеет три компонента. Это глагол быть, able и to. Двигаемся дальше. 15. You mustn't go to that new restaurant in East Street. It's amazing. Ага, если ресторан прекрасный, он Просто прекрасно, it's amazing, it's very beautiful, it's very nice. So why you mustn't go? You should go. You should go. So we choose should go. Why should go? Because after ought we need to use to, and we don't have to after ought. После ought у нас нет to поэтому ought не подходит здесь. Тебе следует пойти в тот новый ресторан на East Street. Он великолепен. Number sixteen. Here we have a question. У нас вопрос. Need we to leave early? Have we to leave early? Must we leave early? It's still really early. All right. So and this is going to be need we to uh, need we to это это вообще nonsense. Почему nonsense? Потому что смотрите, мы не строим вопрос с помощью need, uh, need we to. Uh, I need to. What? Вот. Do you need to do i need to how much money do you need do you need to go do you need do you need to go Например, do you need to do something do you need to go do you need to go you need you to go tax can you go must you go should you go might we go may we go will we go would we go no you need Там, где to используется, вы не можете строить need we to. Нельзя. Have we to тоже нельзя. Нужно сказать do do we have to? Do we have to leave already? It's still really early. It's still real. Must we? Должны мы ехать рано? Uh, уже вы, uh, вы выезжать? It's still все еще очень рано. Number 17. Sam has never present perfect could be has never been. Uh, no, has never could yet, has never been able to. Da, да, да, been able to uh, read music. То есть он никогда не умел читать музыку. Sam has never, или она, Sam. Это может быть дев Sam has never been able to read music. Number eighteen. I'm tired of my old kitchen. Yellow устал. от так моей второй кухни. Do you think I should? Ну, это do you think I should to get? Вот сказал бы я sh I should. Как считаешь, мне нужно новую кухню купить? Но здесь ту поставили после should. А после should никаких ту не ставится. Еще раз. Ту не ставится после can, после must, после should, после might, после may, после will, после would. Поэтому здесь C вариант отпадает. А с от нужно ставить ту. У нас i to a. I'm, I'm tired of my old kitchen. Do you think I ought to get a new one? What's here is the variant. Number 19. Max studied Arabic at university and can to speak it fluently. Can speak it fluently. Can ought to, and ought to. Ought to should be. Ought to. able to have to I need to но здесь нет to поэтому мы от вычеркиваем здесь оно не подходит макс учил арабский в университете и can to speak после can to не ставится здесь после от to ставится но его нет после can to не ставится но оно есть поэтому вариант у нас конечно же будет be потому что после can никаких to не нужно ставить и can speak it fluently и может it имеется в виду на арабском говорить на Agabskum can speak it fluently. Uh, number twenty. The children might can be hungry, can't be hungry, mustn't be hungry. They had uh, lunch less than an hour ago. То есть, то не может так быть, что дети голодные. Они, ну вот, lunch lunch у них был меньше, чем uh, час назад. So the children. Can't be hungry, то могут быть дети голодными. can't be hungry. They had lunch less than an hour ago. Okay. Yeah, okay. То есть, если вы уверены в невозможности чего-либо, стопроцентно вы бьете себя uh, в грудь и говорите: да не могут дети быть голодные. То есть вы таким образом говорите о своей уверенности. 100% в чем-то уверены, можете использовать can't. Да не могут быть они голодные. То есть твой код говорит на пяти языках, да не может код говорить на пяти языках. Your cat can't speak five languages, something like this. То есть уверенность невозможности чего-либо. Так, дальше у нас лексика. The Tick the correct word ABOC for the definitions. А здесь определение у нас будут definitions это the definition. They are all related to DIY and repairs. This do it yourself DIY sum самоделкины и repairs Например, you use this machine to make holes in walls. То you drill holes in walls, using a drill. Drill это drill e we drill, drill. drill holes. Вы Drill сверглить дырочки, да? Drill это дрель, hammer молоток, screw отвертка, screwdriver screw кстати не отвертка, screw это шуруп, да? отвертка screwdriver драйвер, шурупов. Number one you use this to find out the length of something. Length это длина, то есть вы используете this это чтобы что? чтобы ту означает а чтобы find out узнать длину чего-либо. Tape measure конечно же рулетка будет tape measure. Tape measure. Если вы не знаете это слово, просто запишите. Tape measure. Это рулетка. Drill a drill, screwdriver, это отвертка. Number two, this is used to carry an electric current. Electric current, uh, it could be you can guess electric shock if you, if you touch the wires, you know, psh, electric current. So uh, what can carry an electric current? Или uh, как? Говорят, да, string, string это string, струна, как бы, да, такая небольшая веревочка, string, wire, провод или rope, веревка, конечно же, wire. You use this sticky substance, sticky это клейкая субстанция, to keep two edges together, чтобы держать два края, edge, это край, edges, это края вместе. Glue paint or padlock. Padlock это навесной замок. Конечно, вы используете glue, чтобы два края были вместе. So you use a glue. You turn this on to get water. Вы это включаете, чтобы получить воду. Spanner. Ну, no, spanner. Это гаечный ключ. Spanner. Смотрите на картинку. Spanner. You turn this on to get water. То есть вы это включаете, чтобы получить воду. Tap. Это кран. Handle. Это ручка. Конечно, вы открываете кран. You turn this on. turn on the tap to get water number 5 you can use this to carry water bucket torch or tap torch это фонарик или факел tap это кран a bucket это ведро то есть чтобы носить ведро вы используете bucket you put these in electric lights so batteries electric lights это ну электросвет дословно да electric lights ну лампу например да или в люстру, что вы будете использовать, чтобы вы put, ложите, да, что вы закручиваете. Это не batteries, не matches. Не... Matches означает спички, bulbs. Смотрите, bulbs — это лампочки, bulbs, bulbs. Они называются light bulbs, лампочки. Number seven, you use this to protect your property. Вы используете это, чтобы защитить свою property, собственность. Property — это собственность. For example, a shed — сарай. Shed — это сарай. Cellotape — скотч. Pen knife Pen knife, это ножик. Смотрите, вот как он So, you use this to protect your property. You use a padlock. Padlock, замок. Padlock, padlock. Number eight. Use these to fix pieces of wood together. So, you have pieces of wood. Куски дерева и вам нужно куски Fix. Да, to fix pieces of wood together. So, nails. Гвозди, taps, краны, Pen knives, so, you use uh, nails to fix pieces of wood together. Okay, so we did this one. Now let's do B. Take the correct verb A, B, or C to complete the phrases. For example, tie shoelaces. Shoelaces et a Zaviaz Tie shoelaces. So, et a shit stick et a uh, stick. Vatknut da. stick and needle. Vat tam igolku. Tie shoelaces. Number nine tie up a new home cinema system do up a new home cinema system set up a new home cinema system so set up we set up a new home cinema system we cinema system домашнюю домашнюю so we set up we set up uh, number 10 shelves stick shelves put up shelves make up shelves shelves это полочки. We put up shelves. Мы вешаем полочки, да? Приделаем. Put up shelves. Put up shelves. You, so you can remember this expression like put up shelves. Затем приделать полочки. Flat pack furniture. Flat pack furniture – сборная разборная мебель, которая поставляется в такой плоской упаковке, да? Flat pack furniture – ее нужно вместе сложить, да? Собрать. So we put together. Собрать, положить вместе, как бы Put together, собрать, put together flat pack furniture. Number 12, a light bulb, light bulb, лампочка, change, поменять, drill, просверлить, screw, закрутить, Или ну, Не совсем okay, screw, So uh, we need to change a light bulb. We change, мы меняем лампочку. Number 13, something together with a glue. So if you use a glue, you stick, приклеить. Stick something together with a glue. Uh, let's keep going, and here we have exercise C. Tick ABC to complete the sentences. They are all related to restaurants. Все они связаны с ресторанами, ресторанами. То есть, если вы ресторатор, то милости просим, учим фразы, которые будут полезны. Can you light the candle, please? Можете, пожалуйста. поджечь свечу, запалить, зажечь, зажечь свечу, пожалуйста. Can you light the candle, please? Light это свет, и означает и легкий, и зажигать. Light тоже означает light, тоже будет light. Number 14. The waiter did a great job. То есть официант сделал чудесную работу. Did a great job, so we left a good. Мы оставили хорошие. Good service. Service. Tip. Чаевые. Bill. Счет. Чаевые. Tip. Это чаевые. Tip раз простенькое слово tip. Чаевые. Чаевые. Number 15. The English tea was served in cups. То есть английский чай was served. Это пассив. Подавался. Не чай кого-то подавал, а чай подавался. Как он подавался? In cups. В чашках. And sauces, mugs, jugs. Sauces – блюдечко. Mugs – это большие чашки. Jugs – это банки. Jug Uh, не, не, банки, панки джагс, а гл 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 глечики джагс. Кувшин, вот как здесь на картинке, кувшин, да, кувшин. So the English tea was served in, in cups, он не в макс, не в джагс, а подавался in cups and с блюдечками. And sauces, it was very traditional, это было очень традиционно. Number 16. Can I, can I Your order, sir. Can I take your order, sir? Здесь нужно за запомнить вот эту всю фразу. Могу ли я принять ваш заказ, sir? Can I take your order, sir? Or are you ready to order? Can I take your order? Yes, I'd like the steak, please. Yeah. я хотел бы стейк, пожалуйста. Number seventeen. I'm I'm just going to call the restaurant. Yeah, yes, I'm just. Yeah, I'm just going. Я просто собираюсь позвонить в ресторан. Shall I? Shall здесь. Uh, На, везде используется, то есть, не думайте, что это какая-то форма вымерла, да, как мамонт. Shell используется в вопросительных предложениях, когда вы предлагаете свою помощь. Это как бы offer, предложение или Ну да, offer. Shall I help you? Может, мне помочь вам? Shall I book a table for 8 p.m.? Может, мне забронировать сторик на 8? Shall I book a table for 8 p.m.? То есть, я сейчас собираюсь звонить в ресторан? я на 8 забронирую столик, мне забронировать столик на 8, да, то есть человек уточняет время, насколько нужно забронировать столик. There's never quite enough coffee in a cup. There's never quite enough coffee in a cup. То есть никогда не бывает достаточно кофе в чашке. So I prefer a... Поэтому чашка и в чем разница? Давайте я вам покажу. Вот, смотрите на картинку. Если мы говорим о чашке, то чашка cup, она маленькая такая, да, кап. А маг, некоторые люди любят переводить как кружка, но можете переводить как кружка, как вам удобно. То есть маг для меня и то, и то чашка, то есть это вот такая вот чашка, вот такая форма, маленькая, небольшая чашечка, да, а вот такая маг, большая чашка. Поэтому вот в такой маленькой чашке, как здесь пишут, there is never quite enough coffee in a cup, то есть в этой капе, кап, всегда недостаточно кофе, поэтому я предпочитаю, so I prefer a mug. Вот, я предпочитаю вот эту большую чашку. Number 19, there's a lot of... There's a lot to carry to the table, то есть много чего нужно нести на стол. So use a, поэтому использую meal, это еда, время приема еды, там, the biggest meal of the day, самая большая прием пищи в день. Bill, это Bill shot a tray at a padnos tray. The What's there of the day today? What's the plate dish bowl? <laughs> Good question, of uh, it's a spicy chicken stew with potatoes. Stew. Это как like sort of stew. Uh, it's a spicy chicken stew with potatoes. Uh, what's the dish of the day today будет? Не plate, не бал, 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 бол, это миска, Plate – это тарелка. А dish of the day это еда дня. Дальше, ребят, делаем pronunciation. Tick the correct pronunciation A, B, O, C. Здесь нужно выбрать правильный транскрипцию. То есть, если вы не разбираетесь в транскрипции, то это сложно для вас будет. Screen long sound E, so this is the correct screen. Две буковки E передают длинный звук E. Дальше. Ну, не дальше, number one. Shell В v, v и З будет окончание Shell, Смотрите, здесь в у нас есть в третьем. В В потому что в... Если бы Ф, тогда было Ф, С. А так В у вас э, связка связки вибрирует, поэтому вы В, З. ВЗ проще использу... произносить, чем в uh, Поэтому A вариант отпадает, и это будет Ш. Поэтому B вариант правильный. Не selves, selves, а shelves, shelves. String. String — это небольшая веревочка или струна. String. 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 Stre". Uh, непонятно, почему b вариант здесь нам предложили a string uh, нет у нас, поэтому string нет string string paint so, paintbrush 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 Окей, okay. смотрим, что здесь paintbrush paintbrush блон paint ну здесь, конечно же, a paintbrush handle Handle, 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 handle. Мне кажется, a handle. Здесь у нас нет вот такой буковки, нет вот такой буковки, просто будет дл. handle, 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 handle. Electric. E а, здесь, кстати, есть вот первая буква отличительная. нужно понимать, что очень часто вот эта буква читается не как «э», а как «и». Практически частее, чем «э» она читается. Да? Вот «electric» будет. Но «electric» у нас два варианта. Elec «Electric» — нет. «Electric» — вот C вариант правильный. И «which is the stressed syllable» — который слог под ударением. «Customer» — это первый слог под ударением. Дальше. «Recommend» recommend, recommend, рекоменд. первый слог под ударением, recommend, I recommend, я рекомендую, recommend. Uh, или же нет, подождите, Рекоменд. Recomm recommend, Рекоменд. Рекоменд. Recommend, 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 здесь два, два ударения будет, кстати, два ударения, смотрим, вот первое ударение здесь, но оно второстепенное. Основное ударение на второй слог падает. Поэтому recommend. Почему я неправильно говорю, непонятно, да? Recommend. Нужно говорить. Вот recommend. Видите? Recommend. Поэтому я ошибся. Я ошибся. Нет, делайте, как я. Используйте, пожалуйста. Ударение. Уд... То есть ставьте ударение на третий слог. Recommend. not recommend but recommend 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 number seven and here we have furniture this is furniture number eight serviette 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 so this is the french word and french words are on the last syllable the last the final syllable of stress serviette serviette like recommend not recommend, like I said, but recommend, recommend, serviette, serviette. Number nine, assemble. So this is the second syllable, assemble, собирать, разборную мебель, да? And number ten, Screwdriver, отвертка, screwdriver, последний слог под ударением. Так, друзья, на сегодня все. Пожалуйста, напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Может быть, какой-то другой формат или вообще какие тесты разобрать для вас. И увидимся в следующий раз. Пока-пока.